450 человек посетили курс безопасного обращения с оружием. В Люберцах открытый урок по практической стрельбе из пистолета направлен на привлечение в спорт жителей. Ведь совсем скоро в Триумфе откроется первая школа стрельбы в городском округе. Софья Изюмченко словно Соня Блейд из знаменитой игры. Безошибочно попадает в цель. Обладательница серебра в командном зачете чемпионата мира по стрельбе в пятерке лучших в России. А все потому, что пистолет попал к ней в руки в нужное время, а главное в нужном месте. Я познакомилась с другом, который занимался уже на протяжении полугода стрельбой. Он меня привел в этот спорт, и я уже просто не смогла отсюда уйти. 3-4 раза в неделю мы занимаемся стабильно. У нас физическая подготовка большая. Первые года у меня был жуткий страх, что я не попаду, что я не смогу нормально отстрелять. Сейчас я как раз вот словила то состояние, которое нужно стрелку. Оружие не предмет насилия и точно не игрушка, а способ воспитания собственных качеств. Стрелок относится к нему как к спортивному орудию. Все это целый день на мастер-классах люберчанам демонстрировали такие же профессионалы, как Софья. Здесь для гостей и зрелищные показательные выступления, и соревновательные программы, и просто азы пользования пистолетом. Попытать свои возможности на открытом уроке мог абсолютно каждый. Вот я, к примеру, не держала пневматическое оружие в руках более 15 лет. Эмоции зашкаливают, адреналин переполняет. Но самое главное, тут вырабатывается умение держать себя в руках. В Люберецком округе пока пострелять официально можно только в тире. В сентябре свои мечты и способности реализовать получится в первом специализированном клубе по стрельбе. Один из первых в него вступит красковчанин Станислав, который на курсе безопасного обращения внезапно открыл в себе таланты и положил все мишени. Это, наверное, врожденное, потому что в своей жизни я особо никогда не стрелял, разве что в тире. И из автомата Калашникова на сборах. Если в процентном отношении, то 95% попаданий у меня есть. В Люберцах обучать стрельбе из пневматики вызвалась двукратная чемпионка мира по практической стрельбе из пистолета Вера Трескова. Спортсменка нацелена серьезно. Хочет воспитать будущих членов сборной России. Сейчас открывается самая первая в Люберцах школа по практической стрельбе из пневматического пистолета. Она будет на базе спортивного комплекса «Триумф» открыта. Будет сформировано 4 группы по 10 человек. Могут попробовать силы пройти в отбор в сборную Российской Федерации на представление участия на чемпионате мира. В дальнейшем до конца года планируем открыть еще 2 отделения в разных районах города Люберца. Стрелковый спорт люберчан вовлечь удалось. Взяв оружие на пробу, многие захотели держать пистолет в руках профессионально. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.